Сложные операции по колопроктологии теперь можно делать в Талдыкургане. На базе региональной многопрофильной больницы открылось новое отделение. А президент Ассоциации врачей-колопроктологов Казахстана, профессор медицины Марат Абдуллаев, провел мастер-класс, где выполнил одну из сложнейших операций, тем самым закрепив навыки специалистов в области проктологической хирургии. Более подробно расскажет Жандос Назарбаев. Ежегодно в мире регистрируется 600 тысяч новых случаев рака толстой кишки. Половина людей с таким диагнозом умирают. Но современная медицина должна и может с этим бороться. До сегодняшнего дня жителям области с таким диагнозом приходилось выезжать за пределы региона или даже страны, обращаться за помощью к редким специалистам, ждать очереди. Но в такой ситуации время может быть упущено. Теперь диагностировать заболевание и проводить сложные хирургические манипуляции можно и в Талдыкургане. Для этого открыли новое отделение со всем необходимым оборудованием на базе региональной многопрофильной больницы. А опытнейший в этой области хирург профессор Марат Абдуллаев провел обучение здешних специалистов. Здравоохранение Алматинской области развивается бурными темпами. И сегодняшнее открытие отделения колопроктологии свидетельствует об этом. Это благодаря большой заботе руководства области, руководства здравоохранения области, администрации городской больницы. Данное отделение очень нужно. Это впервые в истории Алматинской области открывается такое отделение. Население Алматинской области должно получать высококвалифицированную помощь. В новом отделении одновременно могут лечиться 20 человек. В год более 500 пациентов. При обследовании применяются современные средства диагностики. МРТ, КТ, УЗИ, видеоколоноскопия и уникальный компьютеризированный комплекс для оценки функционального состояния прямой кишки и ее сфинктерного аппарата. Новая служба намерена развиваться и дальше. В данный момент лежат 18 пациентов. Из них 12 колопроктологических, остальные инфекционные пациенты. Здесь основные колопроктологические заболевания, именно в том числе геморрой, параректальные свищи, осложненные свищи, анальные трещины, осложнения с кровотечением, болевым синдромом, в том числе и беременные. Словом, весь спектр выявления заболевания, болезни на ранней стадии и ее лечение, не доводя до осложнений в виде рака, теперь создан. И одним мастер-классом не ограничится. Профессор в режиме онлайн и дальше будет поддерживать связь с врачами отделения колопроктологии и оказывать необходимую консультативную помощь. Главное, начало положено. Жандос Назарбаев, Нуржан Муканов, Ержан Дюсен, телеканал ЖТСУ.